Итак, ну что ж, теперь, пожалуй, исполним соответствующую песню, да, друзья? Эта песня называется «Тын-тын-трын, тын-тын-трын, тын-тын-тын-тын». Сейчас я наиграю, будет на гитаре понятнее. Ничего себе, как ты так делаешь? Ну-ка еще раз. Ну что же, мы уже рассекретили все главные фишки. Я уверен, что в зале начинающие гитаристы уже исписали не один блокнот. И настало время продемонстрировать целиком эту замечательную композицию. Поехали, друзья! За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. По серии полом разбитом по стеклу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости глубину, ну-ну-ну-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Вот экстремальный молодежный спорт. Из подоскоков еле виден мой силуэт. Я оставляю за собой ярко-красный след и ставлю новый недосягаемый рекорд. Мои болельщики следят за алой полосой. В бассейне пригорный причудливо играет свет. Порою кажется, что уже надежды нет. Но я выныриваю снова всем на зло живой. В лужу собственной крови на капели скользя. После затрува еле выползая на карачках. Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал. Врачи качают головами, типа так нельзя. А как это нельзя, когда на самом деле можно? Хороший день, я точно знаю, что не утону. Смотрите все, я сейчас еще раз сыгану. Такой вот экстремальный спорт молодежный. Бассейн полон разбитом по стеклу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорости глубину, ну-ну-ну-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Бестолковые разношерстные прессии. Их однотипные вопросы меня уже не бесят. Мне даже проще, я на автомате говорю. На всех трибунах тишина повисит мертвым грузом. И зрители покинут длинные ряды из кресел. Уборщица до труда, ставленная мною месиво. Пройдут по секторам, мы рассортируем мусор. Бумажные стаканы и отвертки от хот-догов отправятся в черный мешок, вставленный в контейнер. Ну а стеклянные бутылки заберет мой тренер. Для постоянных тренировок нам их нужно много. Пока я буду колесить по улицам центральным, забитым фоткиным в автобусе с красным крестом, он будет разбивать их требезги в бассейне пустом. Такой вот молодежный стиль.